От всего сердца примите самые добрые и искренние поздравления с Днем Государственного Флага Российской Федерации. 22 августа 1991 года был возрожден российский триколор. И мы, конечно же, вправе гордиться нашим флагом, гордиться его славной историей. Под этим флагом шли в бой и побеждали наши предки. Под этим флагом совершались огромные открытия, достижения и победы. Под этим флагом и сегодня наши ребята выполняют задачи по обеспечению безопасности нашей страны, борясь со злом и несправедливостью. Уважаемые вангородцы, гости сегодняшнего мероприятия, как и много-много лет, сегодня огромное полотно триколора объединило нас всех. Мы с гордостью прошли по нашим улицам, ведь у нашей страны сотни национальностей, мы все разных возрастов, но нас объединяет одно – любовь и гордость нашей Родине. Сегодня, в день государственного флага, мы с особой гордостью вспоминаем славные дни, славные годы истории нашей страны, великие победы, великие свершения в спорте, в науке, в жизни. Я уверен, что благодаря этому объединению у нашей страны есть будущее. Флаг, пусть в историческом свете менял он размер и цвет. Нигде на нашей планете другого такого нет. Белый, синий, красный, свобода, верность и кровь. Даже в период ужасный в нем вера, надежда, любовь. Подыри стук колес. Городки проплывают мимо, до хрипоты, до слез. Все здесь привычно и любимо, все здесь любимо, до хрипоты, до слез. Москва, Владивосток и обратно, где запад, где восток, не понятно. Государственного бюджетного учреждения Центр развития РАСОНЬ имени Шадрина за яркое выступление в праздничной программе, посвященной 35-летию лагеря, воспитаннику Ивангородского культурно-досугового центра, солисту вокальной студии «Звездная система» Чемерюсу Мирославу.